Родоначальник одноименного класса, законодатель моды в своем сегменте. Mercedes E-класса в 211 кузове, последний из глазастых. Через пару-тройку лет про него тоже будут говорить, мол, живая классика. Его качество можно перечислять долго, но есть, очевидно, слабые стороны. Какие именно, сейчас расскажем. Не считая версии от AMG, нам досталась самая мощная 500-я модель 2006 года. Двигатель V8 объемом 5,5, 388 лошадей, 5-ступенчатый автомат, а еще пневмоподвеска и полный привод. Пробег всего 80 тысяч, верится с трудом. Очень часто эти машины везут в Россию из Германии, а потом цифры на одометре скручивают в несколько раз. Так или иначе, седан выглядит почти как новый, продавец хочет за него 879 тысяч рублей. Нам досталась машина, что называется, в полном фарше. Сиденья здесь обшиты натуральной перфорированной кожей. Очень симпатичные деревянные вставки зеленоватого оттенка. И сразу бросается в глаза, что все это сохранило свой товарный вид. Нашей машине уже 7 лет, но каких-то потертостей или царапин, ничего этого здесь нет. Очевидно, что немцы уделили самое пристальное внимание каждой мелочи в салоне. А самое главное, что все опции и кнопки работали без каких-либо нареканий. Может, на самом деле пробег настоящий? Техническое состояние основных узлов проверим на комплексной диагностике. Первые на очереди – двигатель и коробка. Про мотор мастера сказали сразу. Чтобы его убить, нужно очень хорошо постараться. Что касается мощности двигателя и соотношения с ресурсами коробки, то здесь я бы обратил внимание на то, что автомобиль надо более правильно эксплуатировать. То есть если мы хотим на автомобиле ездить динамично и быстро, то желательно включать спортивные регулировки, то есть как и подвески, так и двигателя. Особенность состоит в том, что здесь у нас объемный большой двигатель с большой мощностью, но при этом мы не потеряли в комфорте, а наоборот приобрели. А вот в интернете, наоборот, иногда жалуются, что автомат чересчур задумчивый. А у некоторых владельцев после первых 100 тысяч пробега начинаются проблемы. Оказывается, их легко можно избежать и заодно сэкономить. Многие пользователи, на мой взгляд, совершают большую ошибку, когда начинают слушать различные рекомендации так называемых специалистов, начинают менять в коробке передач масло и различные присадки туда заливать, что делать абсолютно точно не рекомендуется. Коробка не требует никакого ремонта и никакой эксплуатации. На ней просто нужно ездить. И при таких условиях автомат у 211-го проработает очень долго. Конкретно в нашей машине по коробке нареканий не было. По мотору лишь запотевание вокруг корпуса масляного фильтра. Но это мелочь. В целом, 7-летний E500 почти не потерял мощности. Разгон стал медленнее на полсекунды. Вот только и без того немаленький расход топлива в городе подрос до 20 литров на сотню. Есть еще одна болячка, связанная исключительно с качеством нашего топлива. Также нововведением в данной машине стала выхлопная система нового поколения с системой регенерации, то есть самоочистки. Вещь достаточно непрактичная в наших условиях и довольно дорогая в эксплуатации. Это, на мой взгляд, одна из самых слабых сторон 211-го Mercedes. Переходим к проверке ходовой. Напомним, у нас пневмоподвеска, более дорогая в обслуживании, но почти такая же долговечная, как традиционная. Главное, чаще ей пользоваться, чтобы не закисало. Правда, в сильные морозы работать может нестабильно. Вообще, говорят, что подвеска у 211-го неубиваемая, и эти заявления близки к правде. В списке слабых мест лишь нижние рычаги спереди, стойки стабилизатора и шаровые опоры. Сзади сайлент-блоки коротких рычагов. Ну а у нас мастер приговорил рулевые наконечники. Теперь посмотрим электрику. Вот тут слабых мест будет побольше. Также одной из новинок данной автомобиля является электрогидравлические тормоза, что, на мой взгляд, революционный шаг вперед, потому что машина стала совершенно по-другому тормозить. Но многие пользователи жалуются на электронные системы, на электронный сбой этой системы, что достаточно дорого в ремонте. На практике, если система откажет, педаль тормоза сразу становится ватной. В аварийной ситуации на дороге это может плохо закончиться. Так что чинить нужно неполадку сразу. Из бытовых я бы выделил, наверное, такую распространенную болезнь, как забивание водостоков с лобового стекла. Уровень воды заполняется до блока предохранителей, потом по шлангам пропадает в салон. У нас происходит затекание в салон, соответственно, намокает шумоизоляция, что приводит к запахам, к сырости, к коррозии и так далее. Поэтому мы рекомендуем нашим пользователям автомобиля Mercedes следить за тем, чтобы колодцы не забивались.
Так что после дождя или мойки лучше на всякий случай проверять. Итак, результаты диагностики у нас на руках. Теперь посчитаем, сколько нужно вложить денег, чтобы устранить все недочеты. И какая будет выгода по сравнению с покупкой нового автомобиля. Напомним, наш 7-летний E500 стоит 879 тысяч рублей. Чтобы привести седан в идеальное состояние, нужно 40 тысяч рублей, по 20 на ремонт ходовой двигателя и устранение косметических дефектов. В итоге реальная цена автомобиля составит 919 тысяч. Машина довольно ликвидная, в год будет терять всего 5-7% стоимости. Что касается покупки нового автомобиля, E500 Firmatic продается в новом кузове V212. Более технологичный во всех смыслах седан стоит 3 590 тысяч рублей. Он стал на 20 лошадей мощнее и на 0,7 быстрее. Расход топлива снизился на 20%. Итак, выгода при покупке поддержанного E-класса, учитывая потраченные на ремонт деньги, составит 2 671 тысячи рублей. То есть один новый E500 стоит как 4 поддержанных 211 в хорошем состоянии. По статистике, 9 из 10 владельцев E-класса довольны своим автомобилем. В первую очередь им нравится комфорт, безопасность, представительские качества и, в случае с нашей моделью, конечно, динамика. Но среди минусов чаще всего называют дорогие запчасти и, опять же, в случае с нашей моделью, высокий расход топлива. Вот, пожалуй, и все. 211-й кузов, надежные и неприхотливые, так что в большинстве случаев это будет реально выгодная покупка.